Единственный на сегодня дворец культуры в Староскольском округе отпраздновал юбилей. ДК «Комсомолец» исполнилось 40 лет. Капитальный ремонт собственного здания не помешал отметить день рождения на широкую ногу. Пышное торжество прошло в Центре молодежных инициатив. Репортаж Марии Кретовой. Уличные музыканты, танцующие мимы, юные художники, красочные афиши. Настоящий вечерний бульвар превратилась в фойе Центра молодежных инициатив. Ремесленники творят чудеса, создавая на глазах прохожих глиняную посуду и тканные наряды. Желающие угощаются чаем из самовара с бубликами и пряниками. Традиции Белгородского края в сочетании с современными дизайнами и новыми проектами. Примерно так видит обновленную площадь у Дворца культуры «Комсомолец» директор Елена Лунева. 40 лет. Пора обновления и расцвета. Есть именно 40 лет коллективам, которые тоже в этом году отмечают юбилей. У нас ансамбль «Карагод», любительский театр «Маска», которым 40 лет, и они до сих пор работают, до сих пор они существуют и радуют своим творчеством зрителя. Для нашего коллектива «Дворец культуры» – это не просто работа, это профессионалы своего дела, которые и сегодня находятся на боевом посту, они готовятся за кулисами к праздничному концерту, чтобы, конечно, доставить удовольствие, и волнуются, как и 40 лет назад. Праздничный вечер с днем рождения «Дворец» громко и ударно открыла шоу группа «Драйв». Сегодня во Дворце культуры «Комсомолец» 57 хореографических, вокальных, инструментальных, театральных, цирковых коллективов. Творят, поют, танцуют в них почти 4000 староскольцев – и дети, и взрослые. Летом прошлого года дворец закрылся на реконструкцию. Но ни один коллектив не приостановил свою работу. Творческие группы временно разместились в Центре декоративно-прикладного творчества, в школе номер 27, в актовом зале завода АТ, в ЦМИ и в комнате школьника «Факел». Несмотря на все трудности, связанные с ремонтом, «Комсомолец» признан лучшим дворцом культуры Белгородской области по итогам 2018 года. За большой вклад в формирование и развитие социально-культурной среды коллектив награжден почетной грамотой Управления культуры Белгородской области и благодарностью Совета депутатов Староскольского округа. Мария Кретова, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.